Всем привет! Сегодня приготовим очень быстрый, простой и вкусный салат из капусты. Сначала мелко нашинкуем капусту. Для этого салата я беру конусную капусту, с ней салат получается нежнее. По-немецки называется шпицкраут. Список всех ингредиентов, как всегда, увидите в описании под видео. Натираем морковь на терке. Морковь лучше тереть на такой терке, чтобы получалась тонкая соломка. Паприку нарезаем тонкой соломкой. Лучше взять разные цвета, так салат будет выглядеть ярче. Красный лук нарезаем на четвертинки. Для этого салата нам понадобится пепперони средней остроты. Мелко нарезаем чеснок и пепперони. Мелко нарезанный чеснок и пепперони добавляем к салату. Также мелко нарезаем укроп и петрушку. Добавляем 2 чайные ложки сахара. Солим и перчим по вкусу. Заправляем салат ремуладом и хорошо перемешиваем. Baby, вкусный салат готов. Его можно приготовить как на праздничный, так и на повседневный стол. Благодарим всех за внимание. Всем всего доброго. До новых встреч.